Пандемия повлияла на многие сферы жизни белорусов, в том числе и на культурную. Учреждениям пришлось искать новые способы поддерживать контакт со своей аудиторией на расстоянии. Бобруйский краеведческий музей удачно справился с задачей и создал несколько уникальных онлайн-проектов. Ролик о шлеме X века занял первое место в области. Таких шлемов не находили вообще на территории Беларуси, аналогов не найдено. И поэтому, конечно, мы решили дать возможность посетителям, виртуальным посетителям музея, потому что мы делали это как раз в разгар пандемии, и на нашем YouTube-канале мы разместили вот этот небольшой фильм. Люди получили возможность его рассмотреть, потому что тогда шлем еще сначала был на реставрации. Краеведческий музей каждый день находит новые способы привлечь не только взрослых, но и маленьких посетителей. Квесты, мастер-классы, необычные экскурсии. Ведут здесь социальные сети и даже создают мобильные игры. Все, чтобы привить любовь к истории юным исследователям. Окунуться глубже в историю можно прямо на месте, через VR-очки. Пройтись под Нурва, выстрелить из пушки, встретиться с почетным караулом. Виртуальный тур – уникальная возможность по-настоящему прочувствовать атмосферу Бобруйской крепости. И все-таки посетить музей вживую, увидеть и иногда даже прикоснуться к экспонатам – непередаваемые ощущения. Взглянуть на чучело животных и в деталях рассмотреть военные атрибуты. Одно из самых удивительных мест – зал современности. Здесь собрано все о Бобруйске. От почетных граждан до подарков именитых гостей. Здесь еще есть и такие знаковые, скажем, экспонаты, как вот орден Трудового Красного Знамени. Может быть, даже не каждый бобруйчанин знает, что живет в орденоносном городе. Бобруйск был награжден этим орденом в 1987 году к своему 600-летнему юбилею. Изучение экспонатов, пополнение фондов, проектирование выставок, учет и каталогизация коллекций. Благодаря кропотливой работе научных сотрудников ежегодно белорусские музеи пополняются историческими документами, уникальными вещами и некогда забытыми фактами. Хранители прошлого, как никто другой, понимают, что нужно будущему. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.